продаже у нас Hyundai Sonata 2017 года выпуска. Объем двигателя 2 литра, 150 лошадиных сил. Автомобиль приобретался у официального дилера. В автомобиле один владелец. Хорошая комплектация, хорошее состояние автомобиля. В комплектацию входит 4 стеклоподъемника, центральный замок, электрорегулировка, электропривод боковых зеркал, мультируль, штатная аудиосистема с возможностью подключения к ней телефона по Bluetooth, также климат-контроль, кондиционер, подогревы передних кресел, разъемы AUX-USB. Также автомобиль оснащен камерой заднего вида. У автомобиля два ключа, а также установлена сигнализация с обратной связью.